Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Учусь на втором курсе филологического факультета. Ввиду обстоятельств пришлось поступить не на ту специальность, на которую я хотела, но близкую мне. Поэтому первый год с учебой не возникало проблем. Уже около полугода я не могу найти в себе силы заниматься этим дальше. Мне сложно сконцентрироваться на учебе, я не вижу в этом никакого смысла. У моих одногруппников не возникает проблем с учебой, и мне кажется, что мое бездействие – простая лень, которую я потом пытаюсь оправдать упадком сил и выгоранием. Мне кажется, что я хуже и глупее остальных, отчего мне еще сильнее не хочется ничего делать. Было бы логично рассматривать альтернативные варианты занятий, но меня абсолютно ничего не привлекает. Я не вижу смысла в общении с людьми, меня ничего не интересует, все, за что бы я ни бралась, в конце концов остается брошенным. Часто возникают мысли о смерти, но на такой отчаянный шаг я решила бы в том случае, если бы у меня не было семьи. Отношения с родными хорошими, но в своем состоянии стараюсь не рассказывать много, чтобы не пугать. Подскажите, пожалуйста, о чем говорит мое общее состояние, есть ли возможность выйти из него? Без обращения к психиатру, либо клиническому психологу за лечением, так скажем, медицинского характера и без и без психотерапии ваше состояние, выйти из вашего состояния не представляется возможным. Хотите вы этого или нет. Вот, поэтому я бы сказал здесь, ну вот, именно об этом, в первую очередь, я бы вам, конечно, хотел бы сказать, потому что довольно такие, ну, тревожные аспекты вы описываете, да, довольно вот такие серьезные достаточно моменты вы обозначаете, то есть вот некоторые такие проявления у вас, так скажем, суицидальных мыслей. Это ни в коем случае не должно оставаться незамеченным, и это ни в коем случае не должно подавляться, скажем так. А правда заключается в том, что сейчас как раз вот именно это у вас и подавляется в целом. То есть вот это, как мне кажется, является первоочередной причиной. Вот. Смотрите, вы пишете о том, что вы поступили не на ту профессию, на которую, ну, не на тот факультет, на который хотели, да, не на ту профессию, на которую хотели, судя по всему. Вот, но вы пишете о том, что это, ну, это близко. Близко к этому, как бы, вот. И на мой взгляд, с этого у вас, вероятно, что-то пошло не так, то есть, вот, вероятно, именно вот с этого момента у вас начались, вот, так скажем, проблемы. Вероятнее всего,
проблемы у вас были и раньше. Вероятнее всего, проблематика у вас была всегда, просто вы вот, ну, скажем так, да, предпочитали как-то вот, ну, ее не замечать, да. Вы сами, в принципе, говорите о том, что я там своим родителям об этом, там, грубо говоря, стараюсь не распространяться, да, вот, дабы их там не пугать. Вот. Хотя тут момент сейчас в том, не в том, чтобы вот, ну, пугать кого-то или не пугать. Момент заключается в том, как мне кажется, чтобы обозначить, ну, проблему и с ней что-то делать. Более, что ситуация, как бы, ну, в целом достаточно серьезна. То есть, ну, создается такое вот впечатление, что довольно серьезная ситуация. То есть вы себя, получается, не просто, да, вот как-то обесцениваете, и не просто вам чего-то не хочется, а у вас именно мысли суицидального характера. Вот. И, как мне кажется, это, ну, серьезно. Вот, поэтому я думаю, что не стоит ни в коем случае там эту тему как-то зажимать, вот, а нужно наоборот стараться об этом говорить, вот, и стараться принимать этого внимания. Вот, потому что потеря, ну, смысла, да, и вот в целом такое вот ваше, скажем так, ну, депрессивное состояние, да, вот, оно, конечно, будет мешать. То есть здесь идея моя заключается в том, что вам, может быть, не столько мешает лень, да, кстати, вот, лень — это довольно такое часто, ну, заблуждение человека относительно того, что вот, то, что я ленюсь, да, это, ну, плохо. Дело в том, что лень по природе своей свидетельствует о чем? Ну вот, в первую очередь, о чем свидетельствует лень? О том, что человеку чего-то не хочется. Но возникает вопрос, а в связи с чем человеку чего-то не хочется? Ну, не просто же так ему чего-то не хочется. Вот, ему не хочется там по какой-то, ну, причине, да, ему не хочется там
потому что он не испытывает вот, ну, допустим, к этому какого-то интереса. Это очень важно, если вы не испытываете интереса, посмотреть, ввиду чего вы не испытываете интерес. Вот. Понимаете, да? Какая штука. А сейчас вы вот в этом смысле, как бы, ну, по сути, сейчас, по сути, вы предлагаете просто выйти из этого состояния, да? А, ну, по большому счету, наплевав, вот, я, к сожалению, не шучу, наплевав на ваши ощущения, вот, к сожалению. И вот в этом вы выдаете очень мощную тенденцию к, ну вот, тому, чтобы себя обесценивать в какой-то степени. Это вот, ну, как бы проявляется, да, в том, что вы сравниваете себя с другими людьми. Вот. Так что вам нужно обратиться к врачу и обязательно заняться психотерапией для решения своей проблемы. А то, что вы можете сделать конкретно сейчас, я бы сказал, что вы можете посмотреть на то, чем вы готовы заниматься без усилий сейчас. То есть, если что-то, чем вы занимаетесь без усилий, и что это для вас? Что это для вас? Вообще. На этом все. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Обращайтесь.